и Сикукинг, и с вами я, Наталья Машика. Сегодня предлагаю вашему вниманию рецепт очень вкусной азиатской заправки. Такая заправка подойдет отлично к любым салатам, и ваши салаты заиграют азиатскими нотками. Итак, давайте посмотрим, какие ингредиенты нам для этого понадобятся. 1 столовая ложка кунжутных семян, у меня темные и светлые. Их обязательно нужно предварительно поджарить на сухой сковороде в течение 1-2 минут. От этого зависит вкус вашего салата, поэтому обязательно это сделайте. Также 1 зубчик чеснока, 1/4 стакана рисового уксуса, 1/8 стакана канолового масла или любого растительного, у меня авокадное масло, 1/8 стакана соевого соуса, 1 столовая ложка меда, обязательно, чтобы мед был жидкий, и 1 столовая ложка кунжутного масла. Итак, давайте приступим. В чашку блендера отправляем чеснок. Его нужно измельчить, а затем мы будем уже добавлять другие ингредиенты. Рисовый уксус, кунжутные семена, кунжутное масло, соевый соус, рисовый уксус и мед. Заправку взбиваем в блендере в течение 10-15 секунд до однородности. И давайте попробуем, какая заправка получилась на вкус. Вкус мне очень нравится. Вкус кисло-сладкий, чувствуются кунжутные семена, кунжутное масло. С такой заправкой салат будет просто отличный. Хранить такую заправку можно в закрытом контейнере. В моем случае это небольшая баночка. И хранить ее можно в течение 1 месяца. Каждый раз, когда вы хотите использовать заправку для салата, обязательно этот контейнер или баночку, которую вы будете хранить, взболтать. Итак, переливаю в баночку и отправляю в холодильник. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео, всем пока-пока!